трех словах, как бы вы описали обучение? Научная обоснованность, практическая эффективность, профессиональный подход. Структура, интерес, ну, с точки зрения интересно, потому что прям реально интересно каждый день было, то есть интерес как мотивация. И результативность, то есть эффективность, которую можно прямо здесь себе почувствовать. Так, это было весело, это было интересно и полезно на самом деле. Ну вот в трех словах, да? Ну, во-первых, это замечательное путешествие и очень ценное путешествие, поэтому замечательное путешествие и очень ценное. Ну, я хочу сказать так, это большая семья. Вот сейчас, по прошествии года, я понимаю, что мы все сблизились, сдружились, мы, скажем так, прикипели к своему преподавателю, очень хорошая организация, место, подход. Ну, мне все нравится. Дает базу на отлично. Это одно слово «отлично», да? Ну, отлично, в смысле, дает базу. А если так, то практично, отлично, весело. Здравствуйте, пожалуйста, представьтесь, скажите, чем вы сейчас занимаетесь в профессиональном плане? Вероника Головачева, врач-невролог, кандидат медицинских наук, обучаюсь психологии, когнитивно-поведенческой терапии, работаю с пациентами с хронической болью и различными дисфункциональными расстройствами. Меня зовут Елена Арефьева, я психолог. Меня зовут Елена, сейчас я работаю психологом. Масленников Владимир, я врач-психотерапевт. Начал работать в 1994 году, ну, как бы был период работы в частной практике, но в общем и целом и до последнего времени я работаю в психоневрологическом диспансере. Бакуленко Светлана Анатольевна, я семейный психолог. Семенов Дмитрий, когнитивно-поведенческий психолог, занимаюсь, собственно, консультированием, веду канал на YouTube. Меня зовут Заварзин Павел. В данный момент я как раз учусь вот на втором высшем Московском институте психоанализа. Почему вы выбрали именно подход КПТ? Это был вот очередной какой-то профессиональный кризис. Наблюдая те изменения, которые происходят в обществе, ну, ту практику, с которой я сталкиваюсь вот, у себя на рабочем месте. Вот, я искал для себя тот новый этап развития и то направление, которое бы позволило мне быть, во-первых, современным, то есть использовать самые эффективные техники, во-вторых, они были бы применимы на том месте работы, где я нахожусь. Когда я консультировала именно в семейной системе терапии, то мне чего-то не хватало, особенно для диагностики. Вот я поняла, что что-то мне не хватает. Мне очень близок подход к КПТ был до того, как я пошла учиться, поскольку он научно обоснованный и очень понятный и логичный. Это меня очень сильно привлекло. Он помогает тем, кто заинтересован, замотивирован пойти глубже, то есть и себя как-то познать, познакомиться с собой. Но, в принципе, иногда бывает КПТ достаточно, то есть мы можем на этом месте остановиться, и клиент дальше уже сам может справляться. Подход научно обоснованный, признанный во всем мире, используется в междисциплинарных центрах и клиниках лечения боли и неврозов в странах Европы и Америки. И если открыть PubMed, американскую библиотеку по научным статьям, то мы увидим, что когнитивно-поведенческая терапия имеет самое большое количество научных исследований. Ну как, Альберт Эллис привел меня сюда, заинтересовался его подходом, почитал, понял то, что книжки хорошо, мне помогают, я хочу помогать людям, пошел учиться. В первую очередь, в связи с тем, что это научно доказанная история. И она имеет четкие границы. То есть, перебирая разные подходы, я влюблялся в психоанализ, я проходил терапию в гештальте. Но, тем не менее, вот КПТ – это первое направление, где я получил схему. Ну, то есть, мне для внутреннего понимания процесса мне нужно целиком осознавать процесс, то есть от начала до завершения. Наверное, выбирали, куда пойти учиться КПТ, да?
То есть вот почему именно на ассоциации остановились, почему именно здесь изучаете КПТ? Да, я смотрела разные варианты и какие-то курсы, семинары, но остановилась именно на ассоциации, поскольку для меня показалось очень значимым иметь научное сообщество, иметь в окружении коллег и людей, с которыми можно будет не только, да, в рамках одного обучения взаимодействовать, но и дальше иметь какие-то общие интересы. Для России это непростой момент. Найти качественную базу для обучения. Зашла на сайт, посмотрела видео, пришла на первый семинар, и мне сразу очень понравилось, как проводят занятия, понравились преподаватели. Но мне понравилось то, что, во-первых, это ассоциация профессионалов, то есть, значит, у меня были такие представления, ожидания о том, что я здесь встречу много коллег, которые уже этот подход применяют, то есть можно будет обменяться, что-то поузнавать для себя от практикующих специалистов. Ну и плюс то, что это ассоциация с людьми непосредственно, которые являются представителями вот этой науки. Даже те люди, которые, ну, там, зная меня, зная мой запрос, но участвуя в собственных проектах образовательных, они мне посоветовали именно эту ассоциацию. И я, может быть, предвосхищая следующий вопрос какой-то, один из, я вот ни разу не пожалел, что вот на протяжении всего этого базового курса регулярно как бы я участвовал в этих сессиях, и это действительно как такой, ну немножко профессиональный праздник, какой-то, ну, какой-то когнитивный прорыв. Из того, что я вообще видел у нас в России, достаточно хорошо представленное по разным городам, читал труды Дмитрия Ковпака, да, понравился его стиль изложения, смотрю, он у нас в Москве ведет. Надо сходить посмотреть. Вот здесь мне очень нравится совмещение научности, стильности и структуры. Общее впечатление о формате обучения, об организационной стороне, о месте проведения. Очень комфортно вот это место было, в том смысле, что здесь как-то широко, свободно, дышится хорошо, пространство непосредственно тут. А добираться тоже много разных коммуникативных есть способов разных, да. А еще по формату нравится то, что перемежаются теоретическая часть и практическая, и прямо сразу это происходит. Формат мне подходит. Мне нравится то, что это раз в месяц, то, что это целые выходные. То есть я там, наверное, даже жду этих выходных за месяц, потому что это для меня такой выход в другую реальность. Удобные блоки по полтора часа. Ну, то есть чуть-чуть начинаю уставать и уже как перерыв. Хорошая организация вот кофе-брейков, вот помогающих вокруг людей. Мне всегда здесь очень нравилась атмосфера, всегда проводились занятия в комфортных условиях, как места, где они проводились, так и люди, которые здесь обучаются, общительные, открытые, доброжелательные. Очень нравится формат проведения занятий. Часто, например, надо сидеть 3 часа, не вставая. Здесь очень разумно продуманные перерывы, где можно отдохнуть, снова набраться сил и продолжать учебу с хорошей концентрацией внимания. Ну, по организации мест проведения и вот всего такого технического, мне кажется, все на высшем уровне. В том числе я слышала отзывы и про онлайн-трансляции обучения, и недовольных отзывов я не слышала. Все комфортно, все удачно, все к месту, и ни разу, слава богу, вот, я не разочаровался. Удобный. Это всего-навсего один раз в месяц, суббота, воскресенье. Ну, мне не жалко потратить эти выходные на это обучение. Помещение отличное, удобное, все видно, света много, всех слышно. По-моему, шикарно. Расширился у вас круг профессиональных знакомств, общения? Да, достаточно много. Опять же, вступил в ассоциацию когнитивно-поведенческой психотерапии. Периодически бываю в центре BCBT на Ильинке, соответственно, среди коллег, и вживую, и в онлайне. Достаточно много
общаюсь, как-то координируемся, обмениваемся опытом. Ну вот, да. Я сначала удивился объему, сколько людей, в принципе, ходят на семинары именно КПТ. И знакомлюсь, я вообще люблю людей, люблю с ними знакомиться, поэтому это, собственно говоря, вот познакомившись с людьми, я посмотрел, какого типа люди в этот подход приходят, зеркалил сам, понял, что да, наверное, яркие, интересные, стремящиеся. Ну, в общем-то, это все и про меня. Круг профессиональных знакомств увеличился во время обучения? Значительно очень. Я считаю, что это просто, можно сказать, обогатился, потому что я знаю, с кем я могу посоветоваться, во-первых, я знаю, к кому я могу отправить клиентов, ну, в случае, если я не работаю с этим вопросом. И, в-третьих, я знаю, к кому я обращусь за супервизией, то есть профессиональной поддержкой специалистов более высокого уровня, чем я в этом подходе. Да, очень сильно расширился круг общения, то есть у меня появилось много знакомых и даже друзья, чему я очень рада. Да, безусловно, круг профессиональных контактов расширился, еще раз подчеркну, потому что, возможно, это вот есть у людей какая-то предрасположенность, что они интересуются психологией, психотерапией, и как раз, когда вот мы здесь все собираемся вместе, мы общаемся, каждый открывает для себя что-то новое, обмениваемся контактами, планируем какую-то совместную деятельность, сотрудничество. Как повлияло обучение на вашу профессиональную деятельность? Используете ли уже сейчас полученные знания и навыки? Да, я использую полученные знания и навыки в своей практической деятельности. Это эффективно работает, удается помочь большинству людей с различными проблемами. Те техники, приемы, навыки, которые мы проходим, учимся на занятиях, они действительно работают и помогают в повседневной практике. Да, особенно техники, которые вот давали нам здесь, то есть можно их интегрировать непосредственно в свою работу. И чем считаю это очень полезно? Тем, что, во-первых, клиенты приходят разные. То есть кому-то лучше, как говорится, заходит рациональный подход, кому-то другой, но, опять же, даже в рамках работы с одним клиентом есть такие моменты или такие вопросы, где, там, например, КПТ лучше подходит, чтобы именно развернуть, показать какие-то деструктивные мысли, поведения, очень помогает. Да, использую. И получается вроде бы. Повлияло, потому что мне это помогает, и это помогает моим клиентам в первую очередь. Вот сейчас зависимое поведение у нас, у меня уже, скажем так, мы в стадии ремиссии находимся с клиентом, и я понимаю, что я все делала правильно именно благодаря когнитивно-поведенческой терапии. А порекомендовали ли бы вы обучение своим коллегам, знакомым? А, да, конечно, порекомендовала бы обучение здесь. Да, я думаю, да, потому что особенно, вот, даже если они не останутся в КПТ в отдельном подходе, очень богато КПТ на всевозможные техники, инструменты. Просто вот обогатить себя инструментами. Да, порекомендовала бы и, в принципе, рекомендую своим коллегам-психологам, кто еще пока что не знаком с КПТ или очень интересуется. Да, если как бы кто-то спросит, я даже колебаться не буду, и мне очень импонирует, что именно вот какой-то такой фундаментальный подход, который используется вот в образовательном процессе здесь, да, он раскрывает дорогу для использования частных каких-то методов. Я нигде больше не встречал такого, где сообщество помогает сделать первые шаги. И как делать первые шаги? Ну, безусловно, на ошибках, но здесь ошибкой может быть, в общем-то, суть, какая-то судьбоносная история для клиента. И там, узнав, например, о необходимости супервизии 10 встреч для того, чтобы получить сертификацию, я сначала напрягся, потому что это такое действие, на которое придется потратиться. А с другой стороны, это меня порадовало, потому что это говорит об отношении к к диплому. Ценные были интервизии,
где я смотрел на различный опыт, ценные были работа в тройках и каждый преподаватель, который у нас вел. Это как-то для меня было уникально. Мало что я мог видеть на просторах интернета, либо в каких-то других источниках. В завершение ваши пожелания будущим участникам и ассоциации в целом. Ну, будущим участникам я бы пожелала не бояться, не тормозить, скажем так, пока здесь находишься, вот каждую минуту просто надо брать. Не бояться выходить на сцену, не бояться выходить с кейсами во время интервизий, потому что это очень реальная, эффективная возможность и себя как-то прокачать, да, не знаю, другого слова. И второй момент – это возможность увидеть, какие у тебя, скажем так, даже личностные, да, моменты, допустим, не позволяющие как-то работать с большой аудиторией, не позволяющие работать с клиентом, например, с моментами, где ты чувствуешь недостаточность компетенций собственных, да, то здесь это можно прожить и, опять же, получить еще и дополнительные комментарии от ребят, вот, которые с тобой работают в тройках, в группах и так далее. Вот. А для ассоциации, даже не знаю, правда говорят, что лучший враг хорошего, все отлично, очень хорошая организация. Вот, кстати, особенно хотела отметить, что очень классно выстроены коммуникации. То есть даже захочешь, не пропустишь. То есть работает очень много каналов коммуникации, по которым ты узнаешь, что происходит, где что, когда, куда записаться. И, опять же, хороший очень плюс в том, что можно учиться, скажем так, параллельно, в нескольких потоках одновременно. То есть это очень экономит время. И, в принципе, можно управлять своим процессом обучения. Там, как отложить, так и, наоборот, как-то ускорить свое обучение. Вот это, я думаю, большое преимущество. Еще и онлайн. Если да. Нет возможности присутствовать, то всегда можно онлайн присутствовать, да. Пусть у всех все получится, главное начать, и даже если будет сложно, дойти до конца, и действительно будет очень хороший результат. Те, кто уже записался, те молодцы. Вы получите много знаний, тоже приобретете себе новую семью. А те, кто еще не записался, быстрее приходите, записывайтесь и учитесь. Важно заниматься любимым делом, и счастье непременно само вас отыщет.